Всем привет! Мы продолжаем играть в Блоксбург. Катя меня пригласила, говорит, что там для меня есть какой-то сюрприз. Я не знаю, что за сюрприз и вообще, что тут надо делать. Короче, вот такая вот модная Катя под названием принцесса. Лунокорник принцесса. У тебя на маечке написано принцесса. Да, папа, давай спросим наших подписчиков или зрителей, какой мне аутфит одеть. Давай, показывай. Только что ты стань лицом ко мне. Вот давай, это? Чтобы. Так, вот такой злючий, но с длинными волосами, принцесса, давай. Ну, злюк. Не, ну злюк, а мне не нравится, если честно. Давай дальше. Вот этот. Вот такая веселая, мне нравится, прикольная. Или ниндзя. Подожди, все поменялось? А, вот так. Вот. Как-то подтупило немножко. Вот как вам считаете? Как вы считаете, как лучше нравится? Ну, я думаю, ниндзя это если бы мы шли где-то грабить банки какие-то. Папа. А так. Папа. Да. Папа. А потом мы оденемся и станем малышами. Потом проникнем в какой-то чужой дом. И потом оденем ниндзяго. Да. Потом будем эксплор. Секретно. Другие дома. А так можно, да? Да. Окей, ну давай, сейчас, поехали. Сейчас. Где сюрприз? Давай, Катя мне приготовила какой-то сюрприз. Идти. Ну да. Сюрприз где? В мешках здесь, что ли, нет, с мусором? Папа, наверное, он в доме, да? В прошлый раз Катя у меня взяла все деньги мои и говорит, что построим общий дом. Я так понимаю, что Катя все деньги отдала Максу и построили уже общий дом для Макса, да, и Кати? Да. Вот это мой дом. Вот твой дом. Какой-то такой простой сильно этот дизайн. А где окошки? На моей полянке. Травка что-то какая-то. Найди, какую-то дырку найди. Дырку найти? Ну вот она, вижу. Не заходи, не заходи. Там шарики какие-то, качелька, можно заходи. Покататься. Заходим. Музыка громче становится. И мы идем внутрь. Катя тут танцует. Папа. Так, это мне тоже надо танцевать как-то. Это дом! Как мне потанцевать? Да-да-да. Заходи, заходи. Дай потанцую чуть. Нет, подходи. Я хочу тебе что-то показать. Смотри. Угу. Даже гольфовая машина. Короче, тут печеньки всякие, папа. Такосы, гольфовая машина. Ничего папа, себе, папа, да? Папа. Да-да-да-да, говори. Бери печеньку. А шарики? Это что, пати какое-то у нас, что ли? Да, бери печеньку. Так, сейчас, печеньку. Ну. И я уже с печенькой? Тейк. Тейк. Короче, тут диско-диско. Нажми вот туда. Давай, покушаем печеньку. Но не на крючек. Ам-ням. И что, все? Нет, за один раз я сожрал печеньку. Прикольно, тут себе ага. Телек. А телек включить можно? Там ютубчик будет какой-то? Мистер Макс, например. Да. Музон? Вау, это, юникорны. Садись. Так. Ну, сядь ты, ну. Стой, я знаю, почему ты не можешь ничего делать. Потому что я не фэмили, да? Джойн. Джойн. И что? О, теперь можно. Пап, все, сидим, смотрим. Пап, кстати, ты хочешь пиццу какую-то? Я все хочу, я все люблю и все пап, хочу. Пап, что ты хочешь покушать? Фонарики прикольные. А сердечки на стенах. Пап, ну давай пап, пиццу хочу. Иди, да. Посмотри вот это. Посмотрю телевизор и пока. Поспи. Окей, я посмотрю, что тут на столе. Попробую еще раз взять какой-то такос. А ну. О, теперь могу. Все, взял такос я. Ты что хочешь? Garden salad, хот-дог, gelatin cake, vegetable soup, fruit salad, bacon and eggs, pancakes, chili. Это Stanford, все можно? Cookies, beef stew, hamburgers, короче, blueberry muffin, pizza, spaghetti pomodoro и caesar salad. Спагетти и салатик, пожалуйста. И донатс. Каесар салат или... Каесар это салат. Цезарь, Катя. Каесар это салат, Катя, Катя. Па, цезарь или гарден салат? Цезарь, пожалуйста. Окей, что медведь, вот это медведь. Катя, кстати, такая комната была у Макса когда-то. Что сверху кровать, а снизу полочки и компьютер. Точно такое было у Макса. Только стульчик был у него на колесах. Или без колес? Да, был. Нет, был на колесах все-таки. Медведь огроменный. Шкафчик. Круто. Круто. Да. Извини, подожди. Сначала я... То есть мне пока не идти туда, да? Я сначала твой салат приготовлю и потом тебе что-то сделаю. В общем, сидим пока смотрим телевизор. Могу потанцевать. Ах ты, как тут круто. Делай что-то, все, что хочешь, но вау, не потребуй.
Вау, вау, вау. Вот это я крутой чудик. Прикольно. Так, давай как-то потанцуем, наверное. А, это не то. Вау, короче. Папа, у меня скиллы появились музыкальные. Папа. Да. Подожди, я твой салат. Катя приготовила. Уже несет салатик. Папа, ну да. Ничего не делай еще, подожди. Вау. Я вышел из дома. Я строю просто. А, что-то так. А на первом. А здесь ничего нет, получается, да? А, тут как это. Building mode, да, получается, нельзя заходить. Очень-очень простой домик снаружи. И такой вот крутой домик внутри. Окей, готово. Это ты что, раскапывала там все реально? Экскаватор привозила, даже чтобы раскопать? Нет. Это такой геймпас за 100 робоксов купила. Ага. Вот чем ближе идем, тем громче музыка. Это этот Alone. Типа. Так, где-то мой салатик. Слушай, уже вижу. Мой салат, что еще хочешь? Пиццу, а на десерт какие-то донатсы? У нас нету донатсов. А что у вас есть на десерт? Есть на десерт gelatin cake, pancakes, cookies. Давай, давай. Blueberry muffin. Еще есть... Blueberry muffin и сок. Да? Есть сок? Да, но у нас есть фрукт смузи, супер смузи, strawberry milkshake, chocolate milkshake, Чоклет милкшейк, чё, всё, да. Окей, чоклет? Да, пожалуйста, чоклет милкшейк. Чтобы готовить, но везде, там, где ты готовишь, надо... Деньги? Деньги тратить, чтобы готовить. А, то есть это ты меня тут прямо как тратишь на меня, для того, чтобы меня угощать. Ну я пока поем салатик. Ну так, все, я... Вот вау! Шоколадный милкшейк? Да, спасибо. Папа, подожди. С вишенкой, да. Же. Там мой торт остался или что там, милкшейк? Все осталось. Я только-только ел салатик, я даже не успел... А, вот он у меня в руке. А, я съел, короче, я съел салатик. И... Катя все время да. Что-то добавляет, что-то креативит. И так, где? Что еще? Блукбери маффин. А я что, из фэмили ушел, что ли? Нет. А что я не могу сид? Не знаю. Я себя опять тогда инвайтну. А ну, давай. А, ты у меня фэмили, но я тебе ревмувну и потом опять инвайт. Угу, join. Оп. Так, оп. Что тебе еще хочется? Так, все, так, ну давай еще поем салатик, а то я как-то мало поел, мне кажется, ты меня кстати, сразу выгнала. Кстати, что Блюбери маффин, пожалуйста. Окей. Я вот салатик поем как-то спокойнее, а то как-то я совсем его... Блюбери маффин стоит 20. 20! Это насколько я уже наел тут? Если только один блюбери маффин столько стоит. Короче, кушаем салатик. Все, приятного мне аппетита. А, наелся. Окей, пошли гулять. Пап, я тебе еще делаю вот эти... Маффины? Да. Вау. Да, никуда не иди сюда. Ну, а, кстати, тоже не видно. Я же не подсмотрю никакой рецепт у тебя там. Не видно, как ты там что печешь и как что делаешь. Мне нравятся окошки с сердечками у тебя. Маффину готовится. Ага. А, они прям там в духовке сейчас? Да. Вау, че реально? Ну не видно пока их там, да? Да, я их закрыла. Так, сейчас мы покушаем. Вот ты мне сейчас подскажешь, что делать с этими тарелками и как с ними дальше поступать. Да, возьми свой милкшейк и маффины. Так, берем маффин. Take portion. И это тоже я могу одновременно взять? Нет. Drink? Нет. Нет? Окей. Eat. Давай сначала eat. Покушаем маффин. От него тарелки не останется. Окей, от этого? Дринкать? Да, дринк, па, но в этот раз не оставляй ничего. Не оставляй, просто поставь на стол. А как это поставить на стол? На стол? Дай мне мышку, я сам все сделаю. Нажми на стол. Chocolate milkshake, да. Вау, пустой милкшейк тебе это. А, то есть каждая тарелочка что-то стоит, получается, да? Нет. А зачем тогда? Я иду ее мыть. Ну все, мы покушали, спасибо. Краб Рейв погнал. Я посмотрю, как Катя там что-то моет. Меня опять выгнали из дома. Ой, я тебя не выгнула. А как это называется? Я его стан. Какой мир темный. Что-то Катя там, в общем, мутит, крутит. А мы ждем. Зато я получил 2 уровня музыки. У меня не было вообще никакого скилла по музыке. Сейчас у меня есть. А что у меня тут со скиллами? Вот, а ну. Вот, музыка level 2. Атлетика 1, writing 1. И гарденинг 1. У меня вообще очень мало скиллов, прикинь. У тебя там, наверное, уже сплошные суперскиллы. У тебя кукинг есть, у меня нету. Я готова к другому. Все, можно идти, пошли.
Но это же не крабрей или крабрей? Крабрей. Это оно? Но это только мелодия. Ага. Окей, и где ты есть? А, привет. Супер. Вот это я добавила. А я вот это добавила, смотри. Так, давай найдем телек, подушки. Ага, вот этот шкафчик, да? С посудой, вау. Там посуду надо. Угу. Все. Что, нельзя открыть? Как нельзя открыть? Там еще посуда же. Короче, посуда есть, но ее нельзя трогать, типа, да? Тогда опять подожди. Ой, Катя, дай бы мне походил бы там у тебя по дому, что-то посмотрел бы еще. Я это удалю, и потом настоящее буду. Так, в общем, со скиллами понятно, у меня совсем мало скиллов. Я вот только музыку проскидывал нормально. А то, что я работал, крафтил что-то, у меня нет ничего, смотри, а. Итак, побежали опять из Плорити, смотри, что там у Кати. О, можно open, говорит. Turn off написано, или open. Там что-то есть внутри, да? А ну, open. Я open. Ты опенаешь? Ага, то есть там пока пусто, да? И ты можешь туда что-то положить, да, всякие тарелочки? Окей, так, я поэксплорю, что-то ведь еще есть. Значит, тут так, душ, ванная, туалет и этот, умывальник. Так, я поел, нужно немножко это, посидеть. Так, что это? Взяла, вынесла меня из туалета. А если я там не доделал свои дела? А, я его на замок поставила. Нормально. А если мне надо очень? Вот я хочу очень, мне надо срочно. Я напился джелибелли этих всяких коктейлей. Кстати, а что ты, а почему ты умывальник серый поставила, а не белый, как все остальное? М? Кать. Ну я в руки помыть хоть могу, а? Катя, Катя. Ты не грязный. Я был в туалете. После туалета надо мыть руки. Да, смотри. Да. Будь малышом. Так, это как? Ой, малыш. Это я. Привет, малыш. Стоп! Ну что ты это, привет? Гу-гу-га-га! И чего? Гу-гу-га-га! Ты плачешь там, где ты есть. А где ты пропала где-то? Я под столом. Спрятал, Рён, слезы текут. И чё? Хорошо. Бу, я на четвереньках ползаю. Так. А чё, я не реву, смотри, а ты ревёшь. Смотри на это, Три, два, один. Ниндзя, вот ты даёшь. Ба, ты тоже одевай ниндзя. А как? А ну ты ревёшь, Customized ниндзя. Customized character. Ты до сих пор ревёшь. Customized character. Так я стамайзаю. И что дальше? Default outfit! Где? Default outfit! Да. Теперь одевайся как ну вот ниндзя. Маска вот эта. Одевай? Да. Блин, у меня только сток. Select! Мне денег вообще не останется. Ладно, я тебе дам 1000. У тебя есть 1000? Есть 2000. Ну ты даешь. Хорошо, а мы продать потом сможем эти маски, не? Нет. Капец, кучу денег на маски. 2000. Ну, спасибо, Джойстер. Нет! А, ну я уже ее взял, как бы. Мне это нормально. Так, и что дальше? Теперь еще и черные вот эти. Что? Футболку? Да, черные футболки. Черную футболку. Лав! Я сейчас надену. Вот так, хорошо. Теперь одевай вот эту. Вот это? Шурли? Да. Ну давай, select. 80? Ты серьезно? Да. Ну ладно. Теперь back. Back. Итак, вот мы такие вот малыши. Окей, идем. Я все равно остался в своей. А что это такое? Ivy Mike, кто это такая вообще? Что она тут делает? Типа, идем со мной. Так, где ты есть? Я тебя потерял, вот. А что ты ревешь вечно? Бэбики всегда ревут так? Капец. Короче, мы куда-то с Катей идем. Куда, непонятно. Идем вот туда в дом. Помнишь, я тебе... Сейчас машина у нас наедет. Па. Что? Мы специально в черные оделись, чтобы нас не заметили на дороге. Ну то, что ты ревешь, это прикол. А почему... ты ревешь уже. Я реву? Так вроде нет. У тебя слезы текут. А я не реву. Хорошо. И что, идем сюда? Идем, тихо. А что, взрослые не могут сюда заходить?
Ну, а что ты бэбиком мне тогда притворила? Постучи, потом быстро убегай. Вот так вот. Стучи, потом вот. Убегай. Папа, стучи, потом убегай. Да уже поздно убегай. Нас заметят. Ну. А что никто не открывает? Ладно, там никого нет. Смотри, потом сюда придем. Никто не открывает. В другой дом тогда. Ну окей, пошли в другой. Вот напротив, можно туда идти? Иви Майк. Она тебя, кстати, она у тебя была в доме. Вот это Иви Майк. Давай, раз она это делала, через гараж у нее открытый он. Ага. Ой, тут ничего не видно. А где двери? Я не вижу дверей даже в гараже. Так, реально не скажи, вижу. Скажи ва-ва-ва. А как? Нас заметили, скажи ва. А как говорить? А, типа я бэйби, да, сказать ва. Иди туда, иди туда. Ага. Кейк, идем за мной, идем за мной, идем за мной. Хочу. Стоп, пап, меня добавили. Идем. А, то есть это хозяйка пришла, кам говорит. Короче, мы стучали. Ты хотела незаметно пройти, да? Да, пап. Теперь мы будем секретно убегать. Идем, это наш шанс. Капец. А, что-то тупит, он так медленно, некрасиво идет. А, давай. Пап, смотри на нашу комнату. Давай тут останемся. Жить? Давай. Нас закрыли тут. Может, это какие-то эти киднеперы? Слышишь? Это реальные киднеперы, тут они решили нас украсть. Короче, в чужом доме мы сидим, вот я сижу на кровати. Вот, что тут у нас? Какая-то розовая комната, это твоя, скорее всего. Какой-то яблочный этот... груша... грушек. Короче, есть Apple, а это груша, компьютер. Стоп, ты меня забрала, что ли? Не понял. Я понял. Почему ты взрослая уже? Опс. Тебя взяли? Меня выгнали. Я на улице реально валяюсь вот на дороге. Па, заходи, тебя просто случайно кейп-хаукли. Так. А как же мне закрыть? А, я могу открыть. Заходим. Па, меня киднапнули. Опс. Помоги мне. А как теперь тебе помочь? У меня есть камеры везде. Она за тобой... наблюдает, что ли? А где ты? Вот да. Я зашел в какую-то комнату, но это не та. Вот, наверное, мама, да? Помоги мне. Это та комната? Нет, это... Подожди, еще какая-то комната. Так, стоять. А где... Ой, я вышла. Идем быстро. Подожди, вот эта тетка. О чем мы убегаем? И что? О, это мы на задний двор вышли. Опс. Нас опять выгнали? Капец. И что мы теперь опять делаем? Вау, у кого-то такой прикольный домик вот на курьих ножках. С горкой там, не знаю. С игровой площадкой. А у кого-то снеговики стоят. Уже вроде бы зима заканчивается. Поздно уже снеговики ставить. Что, открываем? А, пап, заходи вот туда. Как? А, нет, ты не можешь. А как? А мы открыть не можем сами двери? Паня, выходи. Че? Хорошо, скрипь. Да. Постучим немного. Ну давай, постучим. И что будет? И пока не откроется дверь, мы будем стучать. Так, может, там никого нет? Ты застрял. И... Короче, идем дальше. Так. Дом прикольный, красивый. Да. Так, мы можем open сделать, нет? Так, куда? И куда ты меня опять несешь? Убегаем. К новым соседям? Это... Ага, мы опять сюда зашли в гараж. Но из гаража я не вижу дверей. Нет тут дверей никаких, мы не можем зайти в дом. Есть машина. Ну и зачем они нам? Идем опять ко мне в дом, но в этот раз на машине будем. Ну давай. У тебя есть машина? А, на той, на гольф машинке? Да. Ну вперед. Она за 64 тысячи. А ты меня не хочешь ставить уже? Она за, Она за 64 тысячи. Я быстрее, чем ты. Да, ну давай. О, музон. Да, гольфовая карта за 64 тысячи. А где ты набрала столько денег? Не знаю. А что, я могу становиться бэйбиком только возле шкафчика? Эй, ну можно я ему стану уже взрослым? Ладно. Но ты будешь кид. Кастомайз. Кид. Бэйби, а есть кид. Ага, ну хорошо, хотя бы кид. Погнали?
Как ты там выйдешь? Ты не поцарапаешь эти систему дискотечную? А смотри на это. Давай. Ой, мы застряли. Надо опять. Ты дискотечную систему сейчас поцарапаешь эту всю, не? А что я вышел из машины? Эй! Подожди, я первая выйду. Вау. Хорошо, выходи. Ты прямо про двигатель, водитель этот, короче. Эй! Подожди, я выключу музыку. Музон такой прикольный. О, можно даже сзади здесь сидеть, да, прикольно. Сядь сзади. Чё ты меня вечно тащишь где-то? Сид. Юзрейдио. Всё, поехали. Ну, вези меня, извозчик. Чё-то оно подтормаживает как-то, реально, очень тормозит. Я тоже не скучаю. Эй, ты можешь нормально ехать без тормозов? О, нормально, хоть поехали теперь. А чё ты так ездишь, а? Тебя кто ездить учил? Из дома ты выехала хорошо, а сейчас катаешься как-то совсем неправильно. Просто она сильно быстрая. Она, кстати, новая, я только что ее купила. Вау, а где ты столько денег заработала? О, я просто... Украла? Нет. В банке? Нет. А где? Я заработала! Ну хорошо, вези меня, а то так некрасиво, неинтересно, смотри, как ты стоишь. Значит, такие себе ниндзя, бандиты едут куда-то что-то по делам каким-то своим бандитским. Так. Да. Мы больше не будем ехать. Что? Она только что вышла из игры. Ты что, когда герой выходит из игры, его дом пропадает? Да. Идем. Все, мы приехали. И куда мы приехали? Это чужой дом какой-то? Типа. Стук-стук-стук и спрятаться, да, надо? Стук-стук-стук. Или как? А что ты не прячешься? Ты же мне говорила прятаться. Смотрим в окно, если там вообще кто-то есть. Так, ну я пока не вижу никого. Опа, есть еще одна идейка. Запрыгнем прямо. А вот издалека я могу смотреть, реально все просматривать и ничего не вижу. Вот могу сзади зайти. Вау, у нее бассейн аж два. Вау. Запаркури на крышу вот тут. Вот так. На крышу это можно так? Ипс, упс, упс, упс. Стой! ABC for a kid. Может, потому что я маленький, слышь? Может, я же не взрослый, поэтому я не могу. Поэтому я не могу запрыгнуть туда наверх. Нет, ты можешь. Никто не открывает тут в этом доме, не могу я туда залезть. Ну, я кого-то видим. Я кого-то вижу, идем. А вот тот крутой дом. Мы туда стучали, где забор. Что это за блондинка в шляпе? Поехали? Или приехали? Это она типа в гости приглашает нас? Как ее зовут? Crazy Madison. Это она, да, это она хозяйка дома. Она меня блокнула. Как? Ладно. За что? Не знаю. Нормально, Ванючка. Хай, привет. И что, а как туда забраться? У нее крутой дом, она, кстати. Она нас блокнула. Ванючка, значит, она. Ванючка. Эй, ты без меня уехала. Lolly Lolls House. Ну, у нее маленький. Это тут реально шикарный. Я не представляю, сколько... О, можно зайти. Катя. Да, о, нельзя? Короче, были ворота закрыты, открыты, точнее, я не смог зайти. Короче, у нее очень крутой, шикарный дом. Сколько она его строила, она я не знаю. Она нас блокнула! Да хорошо. А это кто так спит? У него получается, что это? Это телек или картина? Ванная, кровать, и даже нет ни дверей, ничего. И ни одного окна. Вот это дом. Кто так это строит? Что а хотел? Свои деньги. А у меня сколько? А, у меня много, я да. Я тебе просто дал тысячу. Хорошо, как это тебе дать деньги? Тысячу, а ты мне свои Donate деньги. Money. 954. 954, пожалуйста. А Айшур, конечно, на. Тима. Получи. Тисама. А можно в чужом доме прийти лечь поспать, не? Нет, пока не family нельзя. И ванную нельзя принять. Капец. А ну, interact. Take banana, take orange. Я могу что-то покушать. Давай грейпсы возьмем. Паш, ты деньги потратишь. Ты не можешь, потому что они не за деньги. Все. За деньги даже в чужом доме? Капец. Ну, дом вообще какой-то в шоке. Ты где-то свой денег потратил. Да не мог я потратить, у меня же не было. Я ж тебе твои деньги все отдал. Я знаю, но я для себя потратил. Ага, ну спасибо. Короче, вот такие вот мы ниндзя. Попробовали пробраться в чужой дом. Ну, который не... вышел из игры. Да, не особо у нас получилось, но мы увидели Катин секретный подвал. Очень крутой. И Катя старалась, видимо, что очень красиво это все строила. Пап,
Я на самом деле старалась для Максима на день рождения, но это на пати. Окей, ну что, Максима еще раз с днем рождения, который давно уже был. Да. А вам не забудьте лайки ставить, подписываться, да. И до новых встреч. Всем пока-пока. Пока.